22 июня Каспийск присоединился к всероссийской акции «Минута молчания», чтобы отдать дань памяти солдатам Великой Отечественной войны, которые с честью и достоинством защищали нашу Родину. Ровно 82 года назад нацистская Германия вероломно и без объявления войны напала на Советский Союз. На одну минуту жизнь замрет. Страна замолчит в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны 20 века, а также тех, кто, не щадя себя, трудился в тылу во имя Великой Победы. Началась акция с песни, являющейся символом мужества и памяти о журавле, которую исполнила воспитанница ДШЭП города Каспийска Амира Ибрагимова. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавым, не пришедшие. «Минута молчания» приняли участие не только жители, но и представители администрации Каспийска во главе с Борисом Гонцовым.